капитан команды гостей Андрей Хребков. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний матч. И вот нулевая ничья. На такой результат рассчитывали? Здравствуйте. Ну, я думаю, этот матч особенно сейчас от кубкового матча. Мы понимали, что настоящее поле. Команда Липецк очень дома агрессивно играет. Поэтому настраивались. Наверное, больше борьбы, я думаю, болельщикам больше футбол нравится. Но, к сожалению, сегодня получилось больше борьбы. Ни они, ни мы не уступали. Обилие желтых карточек, обилие, я думаю, все равно голевых моментов. Открытый футбол. Ни они, ни мы не сидели сзади. Поэтому они рассчитывали на победу. Мы рассчитывали на победу. Но ничья, я думаю, закономерный результат, судя по моментам у обоих команд. Вот обе команды находятся внизу турнирной таблицы. А насколько можете сопоставить уровень своей команды и хозяев? Ну, некорректно, я думаю, относиться будет к Липецку. Я думаю, ребята молодцы, ребята бьются. Ребята играли во второй лиге, выиграли безоговорочно, я считаю, свою зону. Крепкая команда усилилась до заявочное окно. Здесь 1-2 победы, команда выше поднимается сразу. У нас это получилось на домашних матчах. Мы вылезли из зоны, так сказать, вылета. Каждый матч как кубок. Здесь любой может обыграть любого. И мы в том году это показали, поэтому... Хорошая команда, целостная, с обилием опытных футболистов в задней линии, в центре. Ромка Войдель впереди, Кутин. Поэтому хорошая команда, только уважение, не сдаются, как и мы.